Лучший подарок – это тот, что своими руками. Но иногда можно порадовать и своим красноречием. Эти ребята решили поздравить своих мам очень крутым способом. Ко Дню матери в Государственном концертном зале Башкортостана пройдет республиканский детский фестиваль-конкурс чтецов. В этом году он проходит в онлайн-формате. Гора новостей на отборочном туре республиканского детского фестиваля-конкурса читают дети обо всем на свете. Всем сердцем вспыхнула она. Да как же ты, сынок? Ты что же, Юрушка родной? Да как же это так? Участники ребята от 3 до 16 лет. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа. Сначала принимаются заявки, потом отписываются видео, а далее жюри определяют лучших в своих возрастных номинациях. Почему ты участвуешь в этом конкурсе? Во-первых, это нам нравится участвовать в различных конкурсах. К тому же хочется попасть на новогоднюю елку и для этого. Вот. Ну, и так, для опыта. Какое у тебя стихотворение? Я выбрал стихотворение «Баллада о шнурке». Это про Юрия Гагарина и про то, как у него во время походки по красной дорожке на Красной площади развязался шнурок. И там, конечно же, его родители тоже были, мама его была. Она очень переживала, как бы этого никто не заметил, не споткнулся бы он. У каждого участника стихи о маме. Это главное условие конкурса. А дальше все зависит от ваших навыков художественного исполнения. На малой сцене ребята отписывают свои выступления, а дальше дело за зрителями. Именно они с помощью интернет-голосования выберут лучших. Кстати, многих ребят приходят поддержать и сами мамы. Те, кто совсем скоро отметит свой профессиональный праздник. Такая поддержка ребятам никогда не бывает лишней. Какое стихотворение выбрала ты? Стихотворение «Мама и дочка». Потому что мне оно очень нравится. Почему именно его ты выбрала? Потому что там мама и дочка, они похожи на меня и мою маму. Еще оно мне нравится, потому что оно такое трогательное и всегда выигрышное. Почему ты хочешь победить? Когда я выиграю, мне дадут билеты на елку, и мы вместе с моими братьями пойдем вместе на елку, и я хочу очень туда попасть. Стихотворение можно прочитать как на русском, так и на башкирском языке. Свое видео поздравление для мам ребята сначала записывали дома и присылали на почту конкурса вместе с заявкой. В финал вышли лишь 30 человек. Их и пригласили для записи сюда, в Государственный концертный зал Республики. Совсем скоро выберут победителей, которые отправятся на главный новогодний утренник Башкортостана. Это лишь начало. Определение победителей фестиваля и награждение лучших еще впереди. Пожелаем им удачи. Адель Гельманова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.